Всем привет, друзья. Всем привет. Что у нас? Шашлычок, картошечка, тут вот такой лаваш. Лаваш. Здесь кока-кола налили, добрый. Да, соус какой-то томатный, насыпали перцы туда. Так, давай, немножко булочки, я себе оторву. Хотя это больше на булку походит, на самом деле, чем на классический такой лаваш, да? Угу. Так. То есть я кусок. Вообще, да? Как это все? Получилось? Нет. Как ты режешь? Тихо. Давай помогу. Да, давай. Режь. Все. Кушай. Да. Чё, сюда вкус манишь? Да. Скажи. Супер. Все дела нас вышли на 1030 рублей. Угу. Все булку нам дали, да? На булку мы сегодня съедим. Мы с тобой возьмем, да? Слушай, не так дорого. Нормально, да? Угу. Как соус? Сегодня 23 сентября. Вот когда мы шли 2 дня назад, позавчера мимо шашлычки столько народу стояло, да? Вечером было, да? И мы так подумали, что надо прийти сюда, и вот и пришли. Согласись, нельзя, да? Да. Ну вкусно здесь, да? Обалденно. И народу не было сейчас. Время 4 часа дня. Ну мы уже шли во сколько? В 9, наверное, да? Угу. Когда, позавчера-то, да? Когда народ стоял. Был вечер такой, то есть народу было много. Ароматы обалденные. Мне кажется, и сейчас у них будет народу много. Ну, еще ничего, сегодня полдня был пасмурно, ночью дождь шел, полдня было пасмурно, сейчас более-менее погода раскачалась, то есть солнечно, конечно, сейчас потянутся. У меня куски классные, да? Можно после того, как купили, можно перчика досыпать разного, да, еще какие-то приправы. Да, ну соус насыпали разного. Да, перца, то есть еще насыпали, то есть это супер. А сейчас мы одни, практически. Ну, да, скажи да. Там до нас женщины брали, но не с собой брали. Они не здесь, часа. Взяли куда-то, наверное, может, на море, что, может, все в отель. Да. Или все в отель. Возможно. Какая картошечный соус. Ну, я тебе хочу сказать, с питанием, при такой вылили еды, ехать вообще нецелесообразно. Ну да, типа это, что все включено, как в пансионате, да, да, допустим? Ну, смотри,
это для нас, как для мукбангеров. А если людям, которые не снимают, допустим, им без разницы, да, там? Ну, это 50 раз в день, да. То даже может выгоднее. Ну, это нам надо где-то в разных заведениях, понимаешь, что-то снимать. А людям, кто просто отдыхает, выбирает пансионат, и там включена еда. То есть удобно в этом плане. Ну так где-то купил перекус или захотел, знаешь. А хуже, ну, знаешь, удобно. Просыпается у него завтрак. Там 2 там часа. Ходили, типа, на завтрак, там 2 часа у него обед, там 7 часов не ужин. То есть. И он заплатил в этом. Ну, хотя кому как на самом деле. Да. А если кто хочет там покушать разные еды, допустим, да? Угу. Посидеть в разных заведениях. Ну или какие-то блогеры, например, то, конечно, такой вариант не подходит, ну, что все включено, имею в виду, в пансионате, потому что там выбор не ну, там люди же не привязаны. Нет. И завтраку, и к обеду, и к да, да, в этом плане, да. То есть ты должен постоянно ко времени приходить? Ну да, чтобы не пропустить. Угу. Конечно, ты можешь пропустить, кому не жалко, допустим. Ну, да-да-да. И плюс-минус еда там. Идентичная. Угу. Ну, обычно столовская такая, ну, как бы с утра кашка. Хотя не знаю, пансионат рознь, то есть. Ну. Тебе как удобнее? Так. Чтобы. Смотри, сейчас запишу. Мне удобно. Или ты бы на то. Если, допустим, в пансионате огромный выбор. Допустим, угу. Когда я был в Турции, да? Огромный выбор. Что можно поесть. То, конечно, в пансионате круто, то есть даже не надо никуда выходить. Но тут пансионат не даст такой выбор еды. Разнообразие, то есть, вот. Знаешь. Как в Турции, например. Вот, как в Турции. То есть там идентичная еда будет каждый день, но и тоже практически. Ну, там питание меняется, но плюс-минус. Там. Опять же, зависит все от пансионатов. Знаешь, такой пансионат, где типа светский стол, знаешь, там где много выбора. Угу. Где-то пансионаты, где там приходишь и уже нельзя выбрать. На завтра у тебя сегодня рисовая каша и все. Угу. Ну, вот так вот бывает. Почему мясо сожрали, картошка одна осталась. Что, мясо навернули быстро? Угу. Да-да. Я бы все равно бы не смогла бы так вот быть к чему-то. Мне проще, когда захотел, тогда я пришел. Когда захотел, тогда я поел. Пошел туда, знаешь, и разнообразная еда. Ну, примерно. Ну, они же тоже не заставляют там есть, допустим. Просто ты... больше типа пропускаешь, типа, знаешь, ну, типа заплатил и пропускаешь деньги, ну, угу. Ну типа тоже заплатил за эту, ну иду, ну путевку оплатил, например, в пансионате, да, где включена еда, и сам не пошел на еду, то есть в этом плане, как бы, знаешь, типа, теряешь, да, 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 в этом плане, да. Как же брать без питания, да? Нань.
А ну-ка ешь картошечку там. Тут всегда можно выбрать. Ну в Турции, видишь, хорошо, там и шашлычок, там и все есть, там в том плане этого выгодное. Выбора больше, огромный выбор. Угу. Там рыбку можно на гриле. Ну, рыба в основном вечером всегда была, на ужин. Угу. На гриле. Да, там разное мясо, то есть. Ну, то есть там и мясо можно. Да, да, да. То есть много разнообразия. Там, то есть смысла от уличной еды особо нету. Ну. В том плане есть. Так, если что такое экзотическое попробовать. Что-то местное, знаешь, mm-hmm. что местное, местное колонки, потому что там. Да. В отеле кухня, она как бы более на всех заточена. А вот именно, что именно сами турки едят, ты можешь mm-hmm. только поесть только в таких местах, где вот, ну, турки. Вот. Да. Как раз не в туристических, а вот где вот, знаешь, вот одни турки живут. Это да, да, да. Вот. И вот, вот там, да. До них еще надо дойти. Все же обычно, кто выходит, допустим, в той же Анталии, где я отдыхал, угу. они дальше туристических мест никуда не выдвигают. Ну, ну, то есть, как они называют? Или там что-то местное покупать? А в туристических местах все для туристов. Там местного нет, вот именно колоритов. Место угу. надо туда идти, где туристов нету, то есть, где вот именно местные живут. То есть, ну, вот, и там уже надо пробовать, как угу. именно вот все натурально. Ну, как. А в туристических местах они кушают. Все делают для туристов, все, знаешь. Там не такое качество в этом плане. Там главное продать. Ядреный. А? Ух-то? Угу. Да вроде обычный. Больше. Вкусный соус. Вообще все вкусно. Угу. Надо, чтобы это видео записалось. Знаешь, как обидно будет, если не запишется. Выпил? Дай мне еще хлебушка чуть-чуть. Хочешь еще хлеба? Поесть. Дай мне чуть-чуть. Сейчас на морюшко пойдем, погода офигенская. Я с собой забираю. Кушай, кушай. Не будешь? Какой чек можно? 1030. Спасибо, любимый. 1030 у нас вышло. И хлеб вкусный. И хлеб вкуснейший. Mm-hmm. Шашлычная. На память можно сохранить. О, чек-то? Ага. Ну, все трется mm-hmm. по времени. Что, зачем? На видео же есть. Mm-hmm. Так, у нас салфеточки еще чистые. Ой. Оставить. Да мне еще тут.
разбиелась. Что, с помороженным, как обычно? Да. По традиции, да? Ну все, друзья, в общем, прием пищи был просто люксовый, просто он стоит, просто бомба, в общем, как всегда. Всем пока-пока. Пока-пока.